Здравствуйте, для тех, кто ищет, как же почистить хорошо ракушку и при этом не испортить ее, значит, попали правильно. Я не нашла информацию нормальную в интернете, в ютубе. В общем, был совет замочить в лимонную кислоту. Первая часть ракушек у меня была почти испорчена из-за этого способа, потому что, во-первых, пропал полностью блеск у ракушки. Весь, тут все съела лимонная кислота. И до конца так она и не домыла. В общем, первую часть свою я вам не буду показывать. Она такая очень страшненькая, недомытая. И плюс еще весь блеск полностью исчез. Вчера мне посоветовали еще один способ. Про него я нигде не читала в интернете. Поэтому расскажу вам, чтобы вы больше не мучились. Посмотрите, как хорошо получилось их отмыть. Какая прелесть. И при этом блеск сохранился у ракушки. Берете белизну, один к одному, замачиваете. И все, и будет вам счастье. Я замочила вчера в обед, и сегодня утром я вспомнила, что они у меня замочены. Я прибежала и думала, их уже разъела здесь, наверное, в этом растворе. Ничего подобного. Ракушки целые, прекрасные, блеск сохранился. В общем, не знаю, ребят, могу вам сказать, замочите на 8 часов, там посмотрите. Прекрасно все, смотрите, какая прелесть. Удачи вам.